Привет! Сейчас хочу быстренько показать вам обзорчик сделать. Сауна «Русалка», город Каменской, второй номер. Сюда мы ходим каждую неделю. В принципе, это, на наше мнение, самый лучший номер. Начинается с вот такого предбанничка. Есть лавка, ковричек. Это закрывается все. Ну, такой вот небольшой предбанничек. Дальше у нас здесь есть санузел. В принципе, чистый, хороший умывальник. Дальше пошли. Вот это комната, которая сама парилка. Ой, не парилка, а это комната отдыха. Часы есть. Достаточно большая, просторная. Есть плазма. Зеркало огромное. Всем приветики. Достаточно много места, и здесь, в принципе, ну, вшестером вообще отлично. Так, это у нас бассейн с такими огромными ступенечками. Здесь тут как бы даже в полный рост и не помещаешься, но нормально. Глубокая вода такая, холодная, как раз такая, как надо. И сейчас мы вот купались, я уже снимала после того, как мы здесь купались. Вода немного мутная, так она обычно вообще даже чистенько. Пошли дальше. Ушат с водой можно опрокинуть. Вся холодная вода все время. И душ. Душ горячей воды. Ну, прям горячей нет. Сегодня было более-менее горячая, а так всегда такая на комнатной температуре. В принципе, здесь все нормально. Ну, на мое усмотрение, это второй номер в «Русалке». Он самый лучший. И пошлите, покажу саму парилку. Парилка вот. Тоже большая, то есть здесь шестером вообще спокойно, можно вон погорячее на второй этаж, ну как бы нормально все. Единственное, что это постоянно нету каких-то досок, я не знаю, почему их нельзя, постоянно делаем замечания по поводу этих, блин, все досок и торчащих вот здесь. Ну а так более-менее нормально. Из того, что здесь есть в банном комплексе «Русалка», это самое лучшее. Ну все. Надеюсь, вам полезен был этот обзорчик. Подписывайтесь и ставьте лайк. Всем пока!